Всем салам! Сегодня я вам покажу, что можно сделать, если у вас нет абсолютно дома мебели. Это мой любимый магазин Джуск. Здесь можно найти различные органайзеры для того, чтобы складывать всякую мелочевку. Последний раз я такие органайзеры купила для детских книг. Вот я вам показываю на видео. Они очень удобные, прочные. И этот раз я решила для себя, для своих вещей, для мужа вещей купить тоже органайзер. Здесь я выбираю, какой мне цвет выбрать. Думала сначала взять животный, потом думаю, нет, это не очень будет смотреться для моей комнаты. Поэтому взяла более такие простые варианты. А здесь я уже счастливая пошла смотреть вазы. Они, кстати, на скидке здесь разные. А еще мне очень понравились вот такие декоративные блюдца. Я даже не знаю, для чего их использовать, но просто они были очень красивые. Также здесь тарелочки на скидке. Тут я уже посмотрела арома свечки, но не купила, так как у меня есть практически похожие. А еще мне очень понравились эти оригинальные вазы. Также здесь есть вот такие удобные вешалки для штанов. Это очень удобно. Вот такая большая вешалка для футболок. Я еще взяла стойку, вешалку переносную. Она очень удобная, недорого, за 20 манат. Очень быстро мы ее собрали. Инструкция тоже вот так вот есть на коробочке, так что собирается легко. Я считаю, что это очень удобно, хотя бы на первое время, пока я жду свою мебель. А вот теперь дальше посмотрите, что я сделала с боксами, как я их использовала. Конечно, через 20 дней привезут мою мебель, дай бог, но мне очень не нравится, когда мои вещи разбросаны по комнате или же лежат в неудобном месте, поэтому я по максимуму хочу создать себе комфорт. Я считаю, что эти органайзеры, они и в будущем тоже мне пригодятся, поэтому почему бы не пользоваться сейчас, и потом уже можно также их складывать в шифонер. Так что я вот разобрала все свои вещи, все самое необходимое положила в органайзер и рядышком с собой. А то, что я не ношу, не пользуюсь, убрала обратно большой другой шифонер. Ну и, конечно, для мужа тоже создала такую мини-уборку. Собрала его вещи аккуратненько, чтобы ему было удобно. Еще я вам очень советую вместо вот этих белых, тяжелых, устаревших вешалок использовать вот такие вешалки для штанов. Это очень удобно. Сюда помещается 5 пар брюк. И вместо вот этих белых вешалок использовать вот такие тоненькие, удобные, вместительные вешалки. За счет того, что они тонкие, легкие, то вмещается очень много вещей. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Кстати, стойка 1,60 м в высоту и 55 сантиметров в ширину. Но она достаточно вместительная. Две полочки имеются. И также, вот видите, сбоку можно повесить сумку. В описании под видео вы можете найти ссылочки на все эти покупки. До новых встреч! Если вам понравилось, поставьте лайк. И вот так вот выглядит моя комната сейчас. Я очень довольна.